Привет, меня зовут Дарья Писарева, я актриса. Я говорю на французском и английском языках, и в связи с этим хочу поделиться с вами своими любимыми цитатами. Первая цитата будет от Виктора Гюго на французском. Une femme qui a un amant est un ange. Une femme qui a deux amants est un monstre. Une femme qui a trois amants est une femme. Я уверена, что вы поняли смысл, даже без перевода. Следующая цитата от Уинстона Черчилля. Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Ну и моя любимая цитата. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Лев Николаевич Толстой. До встречи!